Итак, всем привет, друзья! Сегодня мы будем снимать с подругой вид сзади, а именно второй номер, я имею в виду, как сидит второй номер и вид именно с этой позиции. Сейчас как раз его заберу, и уже в городе я буду снимать, скорее всего, начинать оттуда. Кстати, опасный участочек. Сегодня, кстати, в этот день утром была авария. Как раз из полкома выезжал какой-то Жигуль вот здесь вот справа. И ехал как раз по моей стороне, только справа, правее мотоциклист. И прямо в бочину ему, в заднюю левую. Боже ты мой! По видео видно, что чувак выезжал неправильно, был неправ, то есть не убедился, что нету никого по левой стороне, потому что это главное, как бы это его вина. Но мотоциклист также мог среагировать, как-то он уж ехал по прямой, то ли засмотрелся куда-то, не знаю. В общем, ситуация такая печальная. Ну что? Сейчас поедем, проведем братишку, а сами поедем на Леви. Надо же сделать фоточки. Позже вот здесь случилась авария, точно так же человек остановился вот на автомобиле, начал обгонять, а справа после зебры у нас уже стоял автомобиль припаркованный, человек не успел буквально вырулить и въехал, получается, в правый бампер, пробил колесо там, не знаю, а сам упал слева на обочину, то есть на бордюр, и непонятно, там скорая забрала что-то с ногой, наложили шину, ну короче, там вообще ситуация печальная. Видео нету, чтобы показать вам, но это уже вторая ситуация, вторая авария действительно за сегодняшний день, вообще какая-то печаль, не знаю, на момент публикации уже пройдет, возможно, неделя, а то и две, но вот такая вот печальная ситуация, что просто, я не знаю, у меня нет слов. Я этого товарища лично знал, познакомились, подъезжал к нам, общались, то есть парень взял 600-ку Сузуки, говорит, первый мод учится, вот видите, из-за неопытности такая ситуация произошла.
на мой круче будет, а я тебе скину. Окей. Что бы ты сказала, если бы я не фоткала, а на видео снимала? Мы тут стояли, делали фотосессию, к нам подъехал Илья. Сейчас прокатимся на заправочку, просто сделаем какую-то катку. Не так, у тебя впритык, а у меня смотри. Смотри, что тут происходит внутри. Тут вообще. Это мы говорили за шлем, если что. Я поменялся, вот как поняли, со своей подругой. То есть у нее вообще большой. На нее, на меня вообще, короче, некомфортно. Я ехал на скорости, у меня то вверх, то вниз вообще, при чуть выше стало, но вообще как-то воздух так поступал, что я думал, он просто вверх слетит этот шлем. Это было что-то нечто. Все, ребятки, вот такой вот день был, конечно, для кого-то он не очень, аж целых две аварии, два мотоциклиста, все плохо, будьте внимательны, конечно, следите за дорогой, жизнь важнее. Вот. И также дайте знать в комментариях, какой вид лучше, то, как я снимаю, или пускай второй номер, для меня это очень важно. Не забывайте про конкурс, дальше больше.